Дневная норма сахара для человека 50 граммов. Мы употребляем в 6 раз больше и даже не знаем об этом. Счастье и сахар – это некие такие синонимы ментальные. Кому выгодно, чтобы мы подсели на инсулиновую иглу? Диабет – это золотая жила для фармкомпаний. Впервые горькая правда о сладкой смерти. Получается, выгоднее торговать вовсе не наркотиками, а сахаром. «Тайны Чапман». Новый сезон. Сегодня в 17:00 на РЕН-ТВ.